Наша передача об Игоре Талькове. Точнее, память о нем. Игорь был единственным на эстраде, кто прорвался через все преграды, кто выжил под гнетом всеподавляющего бюрократического пресса, кто подарил нам песню о России. Он был единственным в безликой певческой массе, кто не стеснялся того, что он русский. Он пел о боли, рвущей наши сердца и терзающей нашу Родину, и жаждал мира. Он хотел донести слово правды каждому, и потому так много выступал. В архивах Воронежской студии телевидения сохранилось интервью Игоря Талькова, которое он дал в этой студии 10 февраля 1990 года во время своих гастролей в Воронеж. Вы знаете, обычно мы, журналисты, ищем встречи с актером, а здесь Игорь сам предложил нам эту встречу. Видимо, он хотел сказать то, что сказать мог только он один. Мы давали в своих передачах фрагменты этого интервью, а вот сегодня впервые даем интервью полностью, целиком. И не считаю возможным вырезать ни единого плана, ни единого слова из этой беседы. Меня часто спрашивают, почему я не пою песен о любви. Я пою песни о любви и сочиняю песни о любви. Просто доминирующей темой у меня является, в общем-то, тема гражданская. И сейчас я хочу спеть песню о любви, которую, может быть, вы слышали в исполнении Валерия Леонтьева. Сейчас он поет эту песню в хит-парадах московских газет, занимает первое место. Вот видите, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Но вам же нужно знать об этом. Я думаю, что вам интересно об этом знать. И сейчас я хочу спеть песню, которую исполняет Леонтьев. Она называется «Память». Когда зажигаются звезды в небе ночном, память непрошенным гостем входит в мой дом. Тихо войдет, свечи зажжет, музыку включит и беседу начнет. В эту минуту твои оживают глаза. В них, как и прежде, невольно таится слеза. Смотрят с надеждой, смотрят, любя. Вот и опять я с тобою и без тебя. Вот и опять я с тобою и без тебя. Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами, вместе с нами помолодеет старый дом. Ну а когда погаснут свечи и за окном рассвет вздохнет, произнесет до скорой встречи мне тихо память. Когда зажигаются звезды в небе ночном, память непрошенным гостем входит в мой дом. Кружатся даты, кружатся свечи, горят
рамки багетной опять оживает твой взгляд. Так продолжается каждую ночь. Ты далеко от меня и не можешь помочь. Ты так стремишься найти свое счастье с другим. Ты далека от меня и несчастлива с ним. Ты далека от меня и несчастлива с ним. Ты далека от меня и несчастлива с ним. Я приглашу на танец память, и мы закружимся вдвоем. И вместе с нами, вместе с нами помолодеет старый дом. Ну а когда погаснут свечи и за окном рассвет вздохнет, произнесет до скорой встречи мне тихо память и уйдет. Я приглашу на танец память, и мы загружимся вдвоем. И вместе с нами, вместе с нами помолодеет старый дом. Ну а когда погаснут свечи и за окном рассвет вздохнет, произнесет до скорой встречи мне тихо память и уйдет. Я приглашу на танец память, мы закружимся вдвоем. Сначала хотел спросить, а насколько вы считаете правомерно узнавать о личной жизни артиста? И не должен ли он оставаться этакой загадкой для зрителя? Лучше узнавать, наверное, как это делается на Западе. Там о популярных артистах все знают. Их публика, их фанаты, и кто их любит, они все знают, на ком они женаты, сколько у них детей, во сколько там артист просыпается, что он любит есть, пить и так далее. Почему? Объясню. Потому что когда народ не знает, он начинает придумывать, выдумывать. И одна легенда там смешнее другой, обрастают они постоянно какими-то новыми фактами, которых не было, выдуманными какими-то фактами. И в результате человек получается какой-то, либо он там, не знаю, Дон Жуан, либо он алкоголик, либо он и то, и другое, либо он вздорен, либо, значит, болен и так далее и тому подобное. А слухи растут, и в конце концов вырастают до таких неимоверных размеров, что просто... Что бы ни говорили об этом человеке, становится просто смешным. Я имею в виду о певце, там, о композиторе, как это было с Пугачевой, сколько ей приписывали, там, и дочь она свою задавила, и там, и что только не было, и там, и ресторан она разгромила, и там напивается она до смерти, и там и чего только не говорили. Вот, и что у нее там несколько мужей, и там 100 любовников. И так, понимаете, это же плохо. Ну, вернемся к вам. Чтобы о вас не было этих слухов, когда вы родились, где ваше семейное положение? Ну, что касается частных вопросов. Я родился в 56-м году в 7 километрах от Ясной Поляны. Такое местечко Щекино. Вот. Родиться я должен был не там, а в Москве. Потому что отец мой москвич, и дед мой москвич, и все мои родственники живут в Москве. Просто отец... После того, как он
значит, ну, у него закончился срок заключения. Из лагеря, прибыв в Москву, он не имел возможности там проживать, не имея прописки, и жил в площади. И он, да, он был еще дополнительно задержан еще на 2 года за то, что он приехал в Москву после лагеря. А после этого только ему предоставили возможность поселиться в 200 километрах от Москвы. Вот Щекино как раз в 200 километрах от Москвы и находится, и там родился. Вот поэтому, когда меня спрашивают, москвич я или не москвич, я говорю, я не знаю. Значит, сейчас я москвич, родился я не в Москве. Вот. А мои все родные и близкие москвичи. Значит, что касается моего семейного положения, значит, я и женат, и не женат. Объясняю. Жена думает, что я женат, а я думаю, что нет. Вопросов нет. У меня ребенок, сын, ему 9 лет. Занимается спортом, карате. К музыке не имеет никакого отношения, и слава Богу. Я очень рад. Что вы не приемлете в человеке, в человеческих отношениях между собой? Лжи, предательство. Все, пожалуй, на этом все строится. Господа демократы минувшего века, нам бы очень хотелось вас всех воскресить, чтобы вы поглядели на наши успехи. Ну а мы вас сумели отблагодарить. Мы бы каждый, кто чем выражал благодарность, молотилкой колхозник, рабочий ключом, враг народа киркою, протезом афганец. Ну а я б кой-кому засветил кирпичом. Вот так! Вот так! Живут Америка с Европой! Вот так! Вот так! Ну а у нас зачем? Господа демократы минувшего века, и чего вы бесились, престолу грозя? Ведь природа не дура, и бог не калека. Ну а вы его в шею, но так же нельзя. Может, вам и хотелось наладить все сразу, только спешка нужна при охоте на блох. А природа не может творить по приказу, и совсем уж понятно, не может и бог. Вот так! Вот так! Живут Америка с Европой! Вот так! Вот так! Ну а у нас зачем? Господа демократы, вы знали примеры, когда ваши коллеги учинили террор, истребили цвет нации мечом Робеспьера, и Париж по сей день отмывает позор. Правдолюбец Радищев после той мясорубки путешествие из Петербурга в Москву чуть засады не слопал, повредился рассудком и, ругая масонов, погрузился в тоску. Вот так! Вот так! Живут Америка с Европой! Вот так! Вот так! Ну а у нас все жизнь! Господа демократы, поспешите воскреснуть! Выходите на суд одураченных масс! Пусть ответят за все Чернышевский и Герцен, и мечтатель Белинский, и мудрец Карла Маркс. Пусть ответят и те, что пришли вслед за вами вышибать из народа и радость, и грусть, и свободных славян обратили рабами и в тюрьму превратили Великую Русь. Вот так! Вот так! Живут Америка с Европой! Вот так! Вот так! Ну а у нас и через... Вот так! Живут Америка с Европой! Вот так! Вот так! Ну а у нас и через... Вот так! Вот так!
тернии к звездам. Ура! Игорь, я не сказал, как это обычно делается, бард или рок-исполнитель. Как вы сами определяете свое амплуа, свой жанр, в котором выступаете? Понятия не имею. Меня рок-бардом окрестили московские газеты. Я однажды раскрываю в «Московском комсомольце» «Вечернюю Москву», не помню, и там анонс. Тогда-то, тогда-то, там-там-то выступают, значит, те-то-те-то и рок-бард Игорь Тальков. Вот, поначалу мне не очень понравилось это сочетание. Потом я к нему, в общем-то, привык, его подхватили, стали меня объявлять рок-бардом. Потом я подумал, почему бы и нет. Рок – это, в общем, музыка протеста. Вот, а я протестую, как могу. А бард – это человек, который пишет о том, что его волнует, то, что он видит вокруг. Пишет музыку и стихи, и поет то, что он пишет. Поэтому я думаю, что сочетание рок-бард я оправдываю. Хотя я не знаю, в каком стиле я работаю. Понятия не имею. Я предоставляю критикам разбираться, в каком стиле я работаю, как меня называют. Я понял. На концерте ведущий, представляя вас, сказал, что у вас трудная творческая судьба. Ну, судьба, в общем, как у всех нормальных артистов, будем так говорить, кто шел на сцену без какой-то помощи сверху, там, без взяток, без протеже и так далее. Это путь очень долгий, длинный, тяжелый, но зато верный. Когда человек приходит к тому, к чему он шел, он, в общем-то, по-настоящему может испытывать какой-то душевный комфорт. Потому что среди моих знакомых есть артисты, даже знаменитые, которые пришли какими-то левыми путями, значит, к своей славе, к популярности, к успеху, но счастья они не обрели. Еще не уходя далеко от концерта, я даже записал, ничего в своем творчестве не менял на протяжении долгого времени. Наверное, просто неправомерная постановка, сформулирована фраза неправильно. Артист не может, наверное, не менять ничего своим творчеством в творчестве. Наверное, у вас менялись и кумиры, если такие были. Были. Кумиры и кумиры менялись. Было и такое. Были и те, которым я неизменно верил и продолжаю верить и сейчас. И они для меня остались на том пьедестале, на котором стояли. В частности, вот Владимир Высоцкий. Ну, есть примеры, так сказать, разочарования. Я не буду называть имена и фамилии. Таковы и есть. Что касается ничего не менял. Я менял песни. Я по несколько раз переписывал тексты, не меняя суть песни, не меняя идею, я менял форму, то есть аранжировку, там, мелодию часто менял, а какие-то строчки в стихах часто менял, сохраняя идею. Может быть, Лёва Шмелов имел в виду, что я не менял своих принципов? Да, наверное. Как-то, наверное. Я хотел, чтобы это прозвучало для тех, кто был на концерте, недвусмысленно. Столько бы горя страна не увидела, ни в войну, ни перед войною, из
из-за крупных и мелких вредителей. Если б я был кремлевской стеною, а я ронял бы кирпичики на вредителей плоские лбы. И, глядишь, не возник бы культ личности, и войны, может, не было бы. Чем отважнее пресса вгрызается в бестолковые годы застоя, тем сильнее жалею я, братцы мои, что не смог стать кремлевской стеною. А я пулял бы каменьями прямо в лысины, фу, твою мать! Тем, кто вел страну к разорению и народ заставлял голодать. Не пришлось бы кастрировать хронику, если бы я был кремлевской стеною. Ведь другой бы была экономика, и культура была бы иною. А я ронял бы кирпичики, помогая тем самым отстаивать справедливость. И, может быть, нынче ничего б не пришлось перестраивать. Вот первое ваше отделение, как называют, песни гражданские. И, наверное, уместно в свете сегодняшнего дня и то содержание, которое прозвучало. Простят меня, Ильфа Петров, ваша политическая кредо. Всегда. А пошире? Я так ответил татарскому. Татарский очень любит. По радио сейчас была передача. Всегда. Татарский очень любит Ильфа Петрова. Пошире. Понимаете, судьба... Вот видите, как я сижу и подбираю слова. Мне трудно на эту тему говорить, потому что тема опошлена, в общем, и девальвирована. Я имею в виду тему Родины. То есть такие слова, как Родина, Отечество, Отчизна, они без стыда сейчас не произносятся, в общем-то. Ну, только стали произноситься. Я имею в виду вот все эти годы. Вот мы собирались, молодежи, если бы кто-нибудь нам сказал, а вот как вы относитесь к своему Отечеству? Просто поднялся бы гомерический хохот. Это от того, что вытравлена, в общем, любовь к своей родине, к ее истории, к ее корням, оторванность от этих корней, породила бездуховность. А бездуховность – это мать безнравственности. От этого у нас, в общем-то, и все беды от безнравственности. Мы все живем плохо, и в общем, многие не понимают, от чего мы живем плохо. Вот я, прежде чем приехать сюда, я был в ГАИ, у меня отобрали права. Ни за что, я был не виноват. Отобрали у меня права за то, что я стал говорить бесцеремонным тоном с представителем, значит, власти. То есть как, я с ним говорил корректно, нормально, но без, так сказать, привычного для них, что ли, вот такого присмыкающегося, что ли, тона. У меня отобрали права. Я за ними поехал, приехал, мне сказали, что права мы вам не отдадим, придете за ними через 3 месяца. Я сказал, что это невозможно, что я работаю, у меня постоянно съемки, концерты, я же не могу ездить на троллейбусе, значит, в Останкино, а такси сейчас практически в Москве невозможно поймать в любое время дня и суток. Вот. Так он мне на это говорит, ничего не можем поделать. Вот ничего не можем поделать, значит. Вот. Вы, значит, вот не остановили нашему милиционеру, еще ему нагрубили. Я говорю, я ему не грубил, я с ним нормально. Ну, в общем, так, я к чему это говорю? И я, когда выходил из этого кабинета, я сказал там, полковнику, да, он мне говорит, вы думаете, нам легко живется? Мы тоже в этой каше варимся, и мы тоже очень плохо себя чувствуем, и денег мало получаем, и день и ночь на работе, и телевизор некогда посмотреть, и так далее. Он мне на это говорит. А я ему говорю, вы знаете, почему мы плохо живем все? Потому что мы живем по волчьим законам.
То есть вот эта безнравственность, которая проела, как коррозия металла, наше общество, оно и порождает, как цепная реакция идет. Чем хуже люди относятся друг к другу и, в общем-то, к своей стране, тем хуже они живут, чем хуже живет каждый из нас. Я ему об этом сказал. Он долго меня смотрел, не понимающими глазами, так, видимо, ничего и не понял. Но это я далеко ушел. Значит, тема Родины и России – это больная тема. Эта тема меня сверлила на протяжении, скажем, лет, наверное, не ошибусь, я скажу, 13, где-то с 77-го, 76-го года. Вот так. Я написал на эту тему там, значительное количество баллад, песен. Вот, и хотел их как-то вынести на суд широкого зрителя. Но у меня не удавалось. Мне не удавалось это сделать до, фактически до 87-го года включительно. А после 87-го года до 89-го, за эти два года, тоже, в общем-то, было много сложностей. Я думал, что не будут мне чинить препятствия в исполнении этих песен. А препятствия чинились, и центральное телевидение не хотело снимать эти песни, в частности, передача «Взгляд», которая играет в демократию, но на самом деле, значит, это только остается игрой. И многие это понимают. Вот, не хотела снимать. И мне помог Молчанов, Владимир Кириллович Молчанов, который взял мою песню «Россия» и показал ее передачу «До и после полуночи». На это он мне ответил, что я ничего не боюсь. Вот, мне очень нравится песня, и я ее дам. И как только прозвучала песня «Россия», стал поспокойнее как-то жить и работать. И уже меня стали приглашать те или иные передачи с социальными песнями. А раньше, кроме «Чистых прудов», в общем-то, ничего не хотели слушать. Из мрачной глубины веков ты поднималась исполином, твой Петербург мирил врагов высокой доблестью полков век золотой. Золотые купола кому-то черный глаз слепили, ты
и раздражала силы зла, и, видно, так их доняла, что ослепить тебя решили. Как ты смогла себя отдать на растерзание вандала? О, генеральская тетрадь, забытой правды возрождения, как тяжело тебя читать, как нелегко тебя понять, обманутому поколению. Я почувствовал мне ясную позицию гражданскую. И мне кажется, ни одна песня, а вот что касается первого отделения вашего концерта, это была бы хорошая предвыборная платформа. Как бы вы отнеслись к выдвижению вас кандидатом в народный депутат? Я уже отнесся отрицательно. Мне предложили
Московская, значит, ассоциация интеллигентов баллотироваться. Ой, в смысле, баллотироваться. Ну, выдвинут меня, предложили в депутаты, я отказался. Я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом в этой жизни. Я пишу песни, пишу стихи, пою. Это мое призвание. И я должен на своем участке фронта максимально, в общем, бороться за то, чтобы мы все жили нормально. Вы сами пишете музыку, сами пишете стихи, слова к песням. Ваши отношения с творческими союзами, Союз композиторов, писателей? Никаких. Абсолютно. Я презираю советские творческие союзы, и Союз писателей, и Союз композиторов. Я знаю им цену, я знаю, из кого они состоят. Поэтому, если бы даже мне предложили вступить в члены Союза композиторов, я бы отказался, как и отказался бы от звания лауреата премии Ленинского комсомола и так далее. Потому что я считаю, что сегодня это позор. Носить эти звания и быть членом этих продажных и, в общем-то, бездарных союзов. Потому что одаренные люди, как правило, туда не входили никогда и не входят. Высоцкий умер простым артистом и не членом союза. Он был великим поэтом и актером, и народным артистом. Вот для меня это пример, и он всегда останется для меня, в общем, на высоте. Ну что ж, идем дальше. Вы лауреат премии «Ступень к Парнасу». Вам была выделена сумма, премиальный, скажем, да, так, приз. Как вы ее использовали? Я ее растратил на записи своих песен. А записать песню очень дорого стоит. Иногда получаешь записки из зала. А сколько вы сейчас получаете? Все знают, сколько мы сейчас получаем, но никто не знает, сколько мы вкладываем. Те, от кого мы зависим, то есть записи, там, ну, много всяких задач, съемка, аппаратура и так далее, это стоит бешеные деньги. И поскольку те, кто нам это устраивает, они знают, сколько мы получаем, они стараются брать с нас побольше. Поэтому я могу сказать, сколько стоит записать, чтобы зритель просто знал. Одну песню на студии, на частной, стоит, мне обошлось 2500. Одна песня, 2500. Для того, чтобы записать там альбом, 10 песен, значит, мне нужно 25000, чтобы выпустить 45-минутный альбом. Вот. Это, ну и так далее. Ясно. На сцене сейчас не видно. Я видел у вас крест. Это актерский аксессуар сценический или... Нет, крест, видите, он у меня сейчас находится под майкой. И на сцене он у меня находится под майкой, просто иногда выскакивает из-под него. То есть я не вешаю его наверх никогда специально. Вот. Нет, я человек верующий. Крест этот мне был подарен одной очень хорошей женщиной. Вот, изготовлялся он в местах заключения, крест освященный. Вот, я его никакой крест не променяю, мне предлагали и золотые, и серебряные, и дарили мне золотые. Но этот крест я не променяю, никакой он стальной, он мой. Какой я вам вопрос не задам? Не знаю. Наше время заканчивается. Игорь, надо идти на следующий концерт. Он зашел в перерыве между двумя концертами. Я вас благодарю. Спасибо за то, что вы пришли. До свидания. До свидания. Снегом покрыты, не хотя вспомнишь и время былое, вспомнишь лица давно позабытые.
забытые вспомнишь и лица давно позабытые. Вспомнишь обильные страстные речи, взгляды так жадно, так робко ловимые, первые встречи, последние встречи, тихого голоса, звуки любимые, тихого голоса, звуки любимые. Вспомнишь разлуку с улыбкою странную, многое вспомнишь, родное, далекое, слушая говор колес непрестанный, глядя задумчиво в небо широкое, глядя задумчиво в небо широкое. Совсем нет, я пою уже несколько месяцев вживую, я под фонограммы не пою, поэтому немножко посажены связки, так что я прошу меня простить.